Что он жив стал? Твич стал живой. Очень странная хрень. Почему вообще? Поехали. Так, что у нас тут еще? Пылесосенье. Пылесошенье. Пылесосинг. Как правильно будет? Так, ага. Ну ты что, понял, как добраться туда? Нет, я вижу, что еще три предмета. Ну вот, смотри, вот, да? Не, я видел, что она там есть. То, что она там есть, я видел. Нет? Не работает, нет? Да тоже нет, походу. Он пробовал и в бок туда на эту хреновину вот сюда прыгнуть. Ой. Не, спасибо. Тут нет прохода, что-то ни хрена. Я не знаю, как туда двинуться. Это что за херня? А, не-не-не-не. Вот, убрать друга из команды, блин. Вот это, конечно, бред. Ну вот она, эта фиговина одна. Да, это только сюжет. Может, конечно, оттуда мы потом и допрыгнем. Но у меня на карте, помимо той, которую мы видим, еще три штуки не... И не забраны у нас. Угу. Не забрали. И ключ еще я вижу. Ключ у хача какой-то. Может, конечно, он дальше будет там, типа, выше. Да может быть. Ну-ка. Раз, два, три. У меня еще четвертая там какая-то. Ну-ка. Ну-ка, сверху, чё? Вот она, наверное, вот сверху. Я вижу сверху вот монету сейчас. Типа где-то, может быть, мы проглядели, опять можно на крыльях залететь куда-нибудь. Да я чуть не уверен. Подожди, а если вот сюда на крыльях получится от не, например, от нее, если прыгнуть, блядь. Если вот вообще получится на эту хреновину залезть. Блять, тут ни хрена. Вот здесь вот видишь какой-то, как эта платформа есть. Еще одна. Блять, он не дает особо прыгнуть. И вот если с нее нахрен, например. Я нашел ключ. Где? Че? Видишь, где я сейчас? Да. Тут вот есть ключ фиолетовый какой-то. Блять, только не так просто пройти. Угу. Ой! Я на коне туда вниз полетел. Просто прыжком. Одним скачком. Ключ лухача обнаружил. Угу. Так, ну-ка, если вот отсюда. Ну, это, я так понимаю, наверное, сверху и надо делать. Ну-ка, что это? Зайди ко мне, ты видишь, где я сейчас? Ну, наверное, сейчас. А что ты там делаешь? Я обречен. На что? Ну, подойди ко мне, ты увидишь, на что я обречен. Я не могу оттуда выпрыгнуть. А вниз? А вниз, понятно. Ну это же не так страшно. Блять, я на лошадь туда встал. Блять. Нет! Идиот. Там, короче, как раз там ключ. Ну я так понимаю, он у каждого опять же свой будет.
Я так понимаю, да. Ну-ка, сейчас вот так вот про... О! А чё ты сразу полетел вниз? А там надо как-то правильно пролететь, там три ключа лодочника здесь вот, в воздухе. Нужно как-то правильно их пролететь, чтобы их забрать. Давай, давай. Какая-то фиолетовая хреновина. А фиолетовая хреновина чё? Ключ ловкача. Ключ. Вот. Ты брал? Про него я тебе и говорил. А теперь нужно оттуда как-то вниз прыгнуть, правильно? Чтобы монеты лодочника забрать. Потому что они висят в воздухе. Оттуда прыгнуть правильно. В какую сторону? Вот, вот в вот сторону, вот где они находятся? Нет, вот сюда, где я сейчас. Вот сюда надо прыгать. Не буквально, то вот нужно оттуда вообще сойти. Ну, я улетел, все. Сейчас. О, собрал. Заебись. Я сделал это. У меня осталось только та монета, которую это вот мы не пойму. За раз сделал. Красавчик. Вообще, случайно, походу. Может еще и до этой долетишь? А я не знаю, как вот до нее. Нужно где-то выше находиться, блин. Я пробовал что-то. А что если оттуда же попробовать? Я-то где-то сейчас был. Да вот хрен его знает, если только так. Блять. Ну оттуда-то не хрен. Я долетел. Да? Откуда? Вот, просто примерно вот отсюда. Не знаю, как правильно я прыгнул, но вот отсюда я. Ну давай я сейчас попробую за. Блять, как наверх теперь подняться. Да блять. Где ты есть, ты ё-моё, блин? И вот наверх отсюда. Во! Во, ну, отсюда, вот да? Вот с этой, наверное. Вот, примерно с этого вот я просто отпрыгнул и долетел. Ебать. Не попал. Не попал. Вот сейчас я тоже не попал, а так у меня получилось. Значит, надо вот оттуда именно сделать. Блять, а что так далеко от придется твориться? Поехали. Я ем. Чё? Это не туда. Не та. Не та? Чё не та? Чем не та? Охуеть. Замечательно. Так, ну-ка. Нет. Самый низ. Я допрыгнул. С первого раза как-то сейчас вот там. Сейчас у самого не получается у меня. Не дегрует какой-то, блин, он рандом. Надо. Ну-ка. А прикинь, короче, так не предусмотрено, чтобы мы запрыгивали, просто я у меня получилось. Типа сыграть. Не, ну всякое возможно же. Да мне кажется, наверное, оно так и должно было быть. Просто это надо делать ближе. Где-то ближе, где-то, блин. Ну-ка. Вот с последней, блядь, нет. Нет. Точно не получится. Ну-ка, вот так. Раз и полетел. Уй. Нет! Не падать. Погнали, да? Да. Блин. Это очень странная вот эта камера, блин, вообще. Нет. Мне мешает какая-то хреновина, вот эта вот огненная. Блять, я ни хрена из нее не понимаю, куда нужно прыгнуть. Срань. Давай. Я шляпник, блять, безумный. Да ё-моё мать. Мне проще вот вниз спрыгнуть и отсюда, чем запрыгнуть на эту хренотень. Вот с Ярем я сам не понял, что я запрыгнул, вот как ты запрыгнул. Просто я рассуждал по логике, но вот тут чуточку повыше, типа, может быть... Подожди, а если сейчас знаешь, как сделать? Нет, нет, она не действует тут, нахрен, походу. В полете не действует эта хуйня. Я не знаю, как она получилась. На, или действует. Подожди, или я просто не на ту кнопку жал, да? Нет, не действует. Прыжки не действуют, сука. Вот эта хрень. Работает? Да.
не в ту, сука, сторону. А ебал, блядь. Да ем, я ем. Все нормально. Все нормально, я ем. Ты прям на ложь решил туда заходить. Да, только мы с конем, блин. Да? Полетел вместе с конем в пропасть, блин. Так, ну-ка, надо придрочить вот так. Ну-ка, поехали. Нет, это мелковато будет. Раз. Низковато. Блять, что он там крутит сальту? Ухи, блять! Да как ты, сука? Нет, уже сразу нет. Сразу нет. Так. По высоте, видишь, не прокатывает. Не то. Зато вот проще всего туда улететь, да? Пропасть? Да, вообще максимально. Тоже нет. Вот и, кстати, на эту хрень, вот я на нее пробовал. Я на нее пробовал. Я думал, с нее надо прыгнуть, блин. А короче, он как-то скриптом, походу, скидывает тебя вниз. Да я не знаю, как я запрыгнул туда. Я с ним, может, похрен пока что. Ну все, хрен с ним. Ладно, погнали дальше. Потом. Беседа. Может, скилла чуть побольше будет? Спайдермен. Блять. Спайдер ёбнулся опять. Ты, блять, давай-ка. Да суп. Тупой, блядь. Ублюдок, спасибо. Это еще про себя, если... Да, блядь, я так понимаю, что прыгануть надо, да? Раз, да, прыгнуть, еще раз, и все. Блядь, давай. О, здрасте. Так, пошел у нас тут сундук, и дальше битва с боссом будет впереди какая-то. А как можно жизнь восстановить, а то у меня она... Зелёной хренью. Вот я сдох. Так. Ты меня можешь поднять, я не знаю, чё, как там приготовить. Ну, наверное, подожди. Блять, меня сейчас... О! А чё за приколы? Отлично. А чё так? Потому что мы падали в пропасть постоянно, а оттуда жизнь уменьшалась, когда раз там было падали. Так, стоп. Он зеленый хрень выскочил, да. Черт, все сложнее становится. Мы уже сдохнуть успели. О, приветствую. Таинственный объект. 5 из 20. И смотри, там написано еще левел 1. То есть, значит, эта штука либо что-то... Либо что-то за счет нее потом будет появляться, либо... Приговорен, ну ладно, хорошо. Еще объект. Объедка.
Что, опять нам от шляп нужно раз. Нихуя, ты мне въебал. Угу. Блять, отъебись нахуй. Ушлепок, блядь. Да. А чё, так можно было? Не, ну нормально так, конечно. Подожди, а тут что-нибудь есть? Ну, у меня один вот этот хрень вот эта одна торчит, и все нормально, больше ничего нет. Ой. Еще объект. Победить блохишей, 7 из 10. Боюсь, мы их не победим 7 из 10, я так понимаю, что сейчас будет босс и уровень заканчивается. Но они, может быть, и там будут, как бы. Нет? Не может такого быть? Нет, не знаю. Подожди, а что там за настройки совместной игры? Команды для совместной игры? Заглушение, что там? Настройки? Никаких больше тут моментов нет. Ничего больше не вижу. Ну все, короче, можно открывать, да? Все, мы с туманной дверью. Сейчас будет босс из Dark Souls. Там же туманная дверь, а потом босс. Ой. Не благодари. Но мне всадил как-то не очень приятно. Этими бочками. Давай. Такая физика. На какой зад? Не стрелять, может, типа... Ну вообще, наверное, подходить к нему надо, но какой момент-то? Не, может быть, ты можешь просто стрелять в него, да и чё, и ему не будем напрягаться. Можно и стрелять, бля. Ну я думаю, наверное, въебать. Ну я так понимаю, нужно переключиться, наверное, еще в эти, в нормальные какие-нибудь боеприпасы. Попробовать заряженный, быстро. Ну-ка. На-ка. Блять, я падаю, я упал. Нуждается в помощи. И то есть там еще по времени, я не знаю, на Б, наверное. Да? На Б. Да. Если удерживать ЛБ, короче, блять, ЛБ она, или чё? Да, хорошо, спасибо. Типа заряд заряжается какой-то этот. Выстрелы, то есть дает, видимо, я больше. Выстрел. Сейчас мне нужна будет помощь. Ты же там очень близко там находишься. Но я же стрелять не могу. А. Это ты разор с пистолетами. Блять. Это что такое за замедление еще? О! Я, короче, стрелять буду на. О! Да вон мне эти вылезли, хреновина. Чёрт! Чёрт!
Давай, давай, давай! Васька, сука, давай! Да где? Давай, есть. Да блин, я упал. Говно. Говнинга. Так, я расстреливать начал сильнее. Вон эти вылезли, ублюдки. Да ёб мать, я упал. Угу, всё есть. Ну чуть-чуть, да. Опять я вздыхаю, блин. Да? Давайте стреляю. Есть. Надеюсь. О, какой-то этот есть. Шар. Таинственный объект, выпавший из поверженного врага, и в нем пульсирует энергия. И чё? Как-то это мы сможем использовать, или это просто так? Ну, возможно, там какая-нибудь прокачка будет. Б. Может, ради недосягаемости. Погнали. Холодные, сука. Холодные. Прям. Зубы говорят мне. До свидания. И что они такие? Чай почаще будут какие-то? Не пососники. А то что-то как-то, ну прям слишком уж как-то. 10 штук, чтобы вот чувак, которого можно убить. Где-то монета лодочника тут должна быть. Нашел. Есть, да? Перепрыгивай. Ну есть. Так. Чеканка. Чё, чеканулись, что ли, совсем? Конь. Это что тут? Ну, по карте есть ничего нет, кроме вот здесь ключика сейчас опять где-то. На краешке. На донышке. Ваш соратник в недосягаемости. У нас что-то еще есть? Нет? Тут больше, по-моему, ничего. Помогите мне, и я все вам расскажу, да? Как ты позволил этому доходяге тебя одолеть? Без обид. Пока я могу только гадать. Я ведь предупреждал, что этот день настанет, Самаэль. Я, Молох, пришел за твоей головой и твоим царством.
Кто это за король лич? Ну чё, погнали нахуй, что ли, чё? Прямо туда? Зачем Сомель отправил вас в бездну? Отправил нас сюда не без причины. Нужно узнать, зачем. О! Нормально. Ты что, тут такая хрень может быть? Что за... Чё? Где мы? Что я, где я, да? Как я, сука, мне вытрезвитель сдала? Прям как в этом God of War, когда переходишь на переспортал. Ну вот, вот, вот. Просто вопрос, а тут в какую-нибудь сторону случаем не будет расхождения? Я вот так просто прохожу, проверяю, то вдруг. А вот там сверху он что-то есть. Так может, конечно, мы не отсюда можем перепрыгнуть откуда-то с другого места. Наверное. Опять же лошадей нет. Я знаю, куда попасть. Сейчас нужно повернуть налево. Потом подожди, а что тут снизу? Снизу ничего идет? Подожди, что тут снизу? Сейчас пропрыгать, мы попадем туда, где там что-то подсвечивалось. Не знаю, что там подсвечивалось, но там что-то подсвечивалось. Так, ты где-то что-то там... Пошел что-то забирать. Там еще и в другую сторону есть проход, я только не знаю, в какую сторону... Вам нужна помощь соратника. Походу мы новый предмет какой-то открываем. Отлично. Ну это какой-то типа этой. Стрижающий клинок. Какой? Стрижающий. Ну это, наверное, у тебя. Ну, я полетел вниз. Ну, с первой части был, по идее, да, это его, Райновский. Где ты? Вечно. Урош, вечно. А что именно это? Позволь мне показать. Покажи. Здесь нет никакого прохода, ты говоришь. Ну вот вниз, ходил, вниз. Говоришь? Вниз. Да, я понял, говорю. Нет, там сейчас будут ворота экстрасенс. Вот туда, ну. А вот эти вот хреновины, это что? Ну вот, смотри, а там ты это делал? Я там. Ну вот, который наверху, там что же такая хреновина была, горела. Ну, сколько ладно, мы идем, как раз сюда, я так понимаю, не по сюжету. Не, а там дверь перед этим. Дверь ловкача. Пошли в дверь ловкача. Ключ? Там есть нет пыль. Точно ли? Да. А это не точно. И куда мы сейчас прёмся? Вот сюда. Тут много всего. Ништяки собираем. Здорово, здорово, мокроволоска. Ой. Так, что у нас тут? Что происходит? Что это? Это что такое? Гибкость. Гуток. 5 ядер. 5 ядер здоровья. Я так понимаю, с помощью этой штуки увеличится здоровье, наверное. Да. И ну что, все? Это все, что ли? Увеличение ярости. Ну здесь, судя по всему, все. Нет. Ну что, выходим? Там еще, по-моему, вниз куда-то можно было спуститься, нет?
Сейчас посмотрим. На карте никаких сундуков не вижу. Ничего нет, вот сюда, ну-ка. Вот здесь. Ну-ка. Видишь, вон там какой-то проход. Вот ты чуть-чуть это. Ничего тут больше нет. И чего толку-то? Спасибо. О. А что за прикол? Там больше ничего нет, что ли? А зачем там что-то нужно? Ну а зачем он тогда там? Типа накалывать людей, что типа? Забайтили просто на какую-то штуку. Накалывать не людей, накалывать нефилимов. Мы не любим. Ну ладно, нефилимы. Ты закончил выпендриваться? Соратник Самаэля ждет нас. Я застрял, блин. Да вот. Выстрел. Спайдермен. Так. Понятно. А тут что? А тебе куда-то еще простреливать надо? Ой. А я уже, получается, прошел куда надо, короче. Но я-то нет, я же не под. Я же не... А как я могу вернуться к тебе теперь? А что там внизу ничего нет, что ли? Только 22, что-то там 37. Что дальше? А хрен нужны. Я что-то пока не. И что дальше? Реально. Ой, нагонь, может это? Что, реально? Так хочешь сказать? Хорошо, спасибо. Что, реально? Подожди. Нет. Нереально. А тут что, подожди, может еще в какую сторону есть? Захватить цели. Ё. И что толку? Подожди, может мне нужно на нее прыгнуть, когда ты ее крутишь? Не, да? Нужно вагоны... типа нужно поджечь, смотри. Или нет, поджечь? Все понятно. Я просто вот эти факелы вообще не видел. Какие страсти. Что происходит? Вот выходим из этого портала. Мог бы и догадаться. К сожалению, да. Они принадлежат одному парню. Вульгриму. Должно быть, это и есть тот соратник сама. Ему можно доверять? Ни капельки. Но я не вижу другого выхода отсюда. Так, можем просто ждать вечно. Круто. Круто. Что, подождем? Глава одна завершить? Зажать, войти в бездну. Ждем лидера команды. Чё, первая глава им? Где ачивки? Где ачивки, ёба? Сука, где? Ну, вон карточки вроде вылетают. Так-то. А чё, блядь? Подожди. Подожди. Рекомендуется 70, 140 и у нас 120. Ну, давай. Подожди, вон, смотри. Игорь, сменить уровень сложности. Сейчас на нормальном. У нас сейчас на нормальном. Нажми на Б. И вот сверху, смотри, Игорь. Ну, то есть, на этот, на треугольник. И там, то есть, сложно, хаос. Жестокие враги не знают. У меня собрано все из этого. На первом уровне. Монеты лодочник, нахуй. Одна, подожди. Одна та, которая ублюдская, да, это если что, можно перепройти. А как теперь отсюда выйти? Отсюда? Все.
Ну вот Все, так, подожди, наверное. я нажимаю выйти на главное меню. На рабочий стол. Ну, а потом на рабочий стол выйду. Связь групп. Не, я мог сразу нажать. Я так понимаю, сохраняется нам обоим этот прогресс. Найти 50 монет лодочника. Вот. Чеканка 1. Мамона. Причем здесь она самая частая чисто, она всего лишь 41% все равно. Не очень-то много, я смотрю, народа проходили до такого момента. Глобальный, что тут, скрытые достижения, ну, спойлер. Победить Молоха, не получив урона, хера. Я думаю, это будет страшно. Либо будет максимально похуй, если на легкой сложности, блядь, да? Акция последней недели, Mass Effect, ну, конечно же, в нашей неделе недоступна. На чё? Mass Effect Legendary Edition. Ну, она разве нам доступна? Нет, я говорю, она нам недоступна. А чё тогда за прикол? Сядь. Это типа плачь и смотри со стороны. Фу! Что, куда? Ну, поехали в... А у тебя Injustice второй установлен? Нет, я не устанавливал. А я смотрю, ты там в него, блин. 44 гига. Ну, у меня даже мест, наверное, столько нет. Я его за 297 рублей приобрел. Нормально. Можно чуточку пофармить эти онлайн-очистки на часть. Ну, нормально. А сколько у тебя уже сейчас? 3. Не, у меня чисто 10, по-моему, из 74. А, ну у меня еще это... Прокачать тех персов до 20 уровня, собственно, с этого и начал, пока зеленого этого фонаря. Так что за него я хоть что-то помню. Тебе фонарь нравится? Потом будет Супермен. А просто я еще со времен первой... Injustice, я что-то о них помню, и там они не сильно менялись эти способы. Добыть 200 предметов обычного снаряжения, кроме шейдеров. 100 материнских ящиков. Открыть 63 у меня из 100. Вступить в гильдию. Блин. Вот это я не делал. Достигнуть 35 уровня. В принципе... Нет. В принципе, у меня 29. То есть, многие вещи я как бы могу сделать. Пройти 25 событий мультивселенной. Вышибить противников в переход по арену 25 раз. Что-то я смотрю, ты их не особо любишь вышибать. Даже я, поиграв вчера там часок, уже больше вышиб, чем ты вообще. За все время. Чего именно? Ну, вышиб по арене. Я, Андер, уже вышиб, сколько там, сейчас я скажу. Не, я вышибал вообще маловато. Я, в принципе, особо на таких аренах, по сути, я не попадал на такие арены. У меня 10 раз вышиблено, это за час игры. В роли Брейнинга победить в бою, добив... Противник приемом бета-удар. Ну, в принципе, нормально. Этим можно сделать. Да, победить без единого промаха. Это все фармится, это и вдвоем можно. Да, блин, не-не, я думаю, что в целом как бы это можно. Выполнить все суперприемы. 24 из 28 сделано. Достичь 20 уровня для всех персонажей. 0 из 28, блин. Короче, пора будет это. Нужно будет очистить немного местечко. Что говоришь, в ДБД идем? Ну, поехали, да? Блять. Сложно. No, please, no. Надо будет все-таки установить. Так, ладно, это мы сделаем. Dead by разгибай. Так, ну-ка. Запускаю. Запускаю бычка. Интересно, хэллоуиновское событие закончилось? М? Хэллоуиновское событие закончилось? Я так понимаю, наверное, да.
Ну там несколько дней оставалось. На тот момент, по-моему, дня 3 оставалось. Так что в любом случае уже да. Так, секундочку, я сейчас отскочу. Сейчас, нахуй я застрял. Ни хрена себе я застрял. Все. Ну чё, как там? Ну, Хэллоуин, судя по всему, закончился. Угу. Ну, я тоже так думаю, что уже должен был вроде бы. Что, теперь эти волшебные пруты не канают? Писец. Теперь в идеале гирлянды, на втором месте тортик побег. Я даже не знаю, у меня гирлянды у кого-то остались еще. Гирлянды, по-моему, уже слил в прошлый раз. Когда у меня типа с прутами что-то не срастался, такой думал, попробуй гирлянду вдруг. Зато вот эти вот аптечки хэллоуинские, они работают, фонарики. Ну чё, мне там грузится или чё? Угу. О, спасибо. Даже будь обо мне захочется. Мятный чай. Нифига себе. Нет. Нет? Не сразу, я думал. Нет, это просто как типа как так и должно было быть. Не, просто я думаю, что. Да нет. Нет, не надо. Оборачивай. Так что мне надо сделать? Мне нужно сбежать и забрать с собой новый предмет. И кооперативное действие выполнять в течение 360 секунд. Снимите с крюков выживших. Ну вот, да, у меня все еще так же стоят эти отчаянные меры и хранитель. Все отлично. Сейчас пока пусть грузится, я пока отскочу. Хорошо, я понял вас. Нет, такой неладучий, она не должна быть в твоем случае. У тебя ты будешь как из-за боится. Нет, за каким? Почему у нас так делать? Нет. Иголка у тебя будет застрять. Очень странная хрень. Нет, нет. Не, один я салата была, а другой я супер. Ну, будет гастрит, я просто расскажу. Ну, конечно. Я обычно то, что... Ну, ты зачем ногу берешь? Ты старый, Борис, ну, у тебя сколько стоит? Ну давай сама шипи руками, все. Завтра нет и скупим. Просто дорми.
С нами играет чувак, у которого есть бакбан. Отлично. Ты будем тащить. Я не очень доверяю. Главное, чтобы не против нас. Главное, чтобы что? Чтобы не против нас играл с Варбаном. Ну, так-то да. Хотя пару раз я попадался на читака. Я вот, честно, даже не знаю, попадался ли я когда-нибудь. Не, я вот просто попадался именно так против такого, который даже не скрывается. Один раз мы просто загрузились в игру, но я рассказывал, и у нас Нюрса буквально там за 30 секунд всех повесил. То есть просто она тэпалась тебе, и ты сразу оказался на крюке, и так вот всех по очереди. Жопка. О! С этими сейчас будем. Грязь. Я просто его уже вижу. А я его не вижу, но я вижу его эти... Чердаки, блин, хотел сказать, шкафчики. Он вообще так выпался рядом со мной и махнул, как будто меня видел, а вот этот меня не бьет. Я так и не пойму, он меня видел, он меня не видел, или что? Он типа чувствует по запаху, что я рядом. Блин, точно пацаны. А один раз, короче, было, что мы как бы играем, все нормально. Мы уже все починили, стоим в воротах, хилимся, как обычно, дофармливаем, да? И тоже из ниоткуда маяк тэпается к нам, а хватает чувака, которого я лечусь сразу, тот ну, попадает на крюк. Ну, тоже замечательно. В конце, короче. Ну, это тоже дебильная штука, конечно, так. А еще есть, ну, типа, стримеры, ну, плюс-минус популярные по ДБД. Угу. Знаешь, популярные по меркам ДБД очень как в КС там, не миллионами смотрят. Ну, логично. Но все равно. И типа у каждого стримера есть свой личный читак. То есть чувак залетает специально на стрим и мешает играть стримеру. Ну, это нормально. В принципе, такое было. Я помню, даже вот конкретно у кого-то в этих. Даже не связано с ДБД конкретно, то есть это и с другими играми было такое. Чё ты, блин? А, мне сейчас надо это пролечить. Давай. Лечи. Давай. Ты вот тут пишешь, блядь. Блин, я не хочу, я хочу переждать ночь. Ассистент, химика, остановись, твою мать. Я тебя залечу, блядь, сука. Да ты дебил, что ли, нахуй? Если бы у меня было, был еще перк на подсветку этих, я слышу его где-то рядом. Горизевого. Он гамадрилы прописал. И осуждаю. Домой, судя по всему. Осуждаю. Это ник такой. Я знаю, но... Я такие вещи осуждаю. Блять. Короче, сам момент такой, блять, это... Как раз вот именно он у нас с Вагбаном. Кто? Ну, чел. Так. Ну, не который ассистент. О, блядь. Я тут близко, знаешь, кстати. Ладно, я на крюке окажусь. Блядь. Ну, что ж. Ну, хотя бы два гена починили. Так, ну-ка, мы личканемся или. Ну, ночь была долго. Далеко он от тебя, Сима. Давай. Походу, лечи. Я не знаю, куда шкаф какой-то улетел. Кстати, рядом со мной, где я вешу два геника. Я понял. Здесь и починить что-нибудь. Сейчас я тогда приду. К тебе никто не идет? Так, прям, нет, никто не идет. Прям буквально со мной сейчас два, и еще не сильно далеко третий. То есть нужно какой-то особо чинить по-любому, чтобы треугольника не было. Ну давай, я сейчас тебя спасаю, потому что мне в любом случае нужно безопасное спасение.
довольно быстрое снятие. Хиль. Давай. Хиль. Пока здесь нет этих. Лечение у меня тоже быстро. Шкафов непосредственно рядом. Я пошел еще спасать. Вы пока вычините там, к тебе идет чувак. Например, это... грязь, да? Грязь тоже. Я буду вычинить. Я иду пока. Уже я нахрен. Ну я хотя бы так запомнил визуально, где гены. Ага. Так, я бегу спасать. Пытаться. Блин. Вроде спасли уже, не знаю. Да уж спасли, да, только сам прикол в другом. Я не успел. О, блядь, он прям буквально рядом. Блять, они оба лежат. Капец. Ты чинишь? Нет, я бегу попытаться поднять. Блять, я думаю, не стоит, потому что он там близко очень. Ну или снять, пока он вешает другого. Да я буду снимать, я тут рядом прям. Со снимаемым ну, я ладно. Тут рядом. Ну давай второго снимай, чё уж. Вернусь где-то. Да, его еще пока несут. Его еще пока несут, мне пока снимать его. Ёбаный рот. Так. Безопасное снятие. Так, еще одно снятие нужно. У меня просто и лечение, и эти у меня не быстрые, поэтому я сейчас, в принципе, это, надеюсь, быстро сделаю. Так, все, отлично, я иду спасать. Это вы снимешь, а то я рядом. Да, я сейчас... Я уже бегу. Ну что, второй повес? Что? Да, нет. Пошли. Маньяк рядом, сейчас меня хитанет. Я не сильно далеко от вас, если что имеете в виду. Хитоняшка. О, а вы тут все неподалеку. Безопасно, есть. Блять, он за мной. Он прям за мной буквально. Отъебись. Я пока похилюсь, пожалуй. Пожалуй, я пока отъебусь. Угу. В принципе, в этой аптечке мне зарядов хватает. Я тебя спалил, не надо мне рассказывать, я тебя спалил, сука. Ладно, буду рассказывать. Я вижу тебя сзади. Здрасте. Тут смотри какая хуйня. Ой, прикольная. Вообще с... О, ослепили. Ослепили. Мальчик, не ори. Мальчик, ой, за мной, видите? Сука. Ой, говно. Говно. Лечением, ну сейчас темнота будет. Дожидайтесь, ну, пока что у меня все равно первый полез. А он уже у нас буквально. Ну вот, отлично. Вот так все-таки попал в меня. Негодяй. Я ему этого не прощу. Меня тут вытащили, выдернули, я даже сказал. Ну давай. Да меня-то вы что лечите? У меня лечение быстрее. Он рядом. Сзади меня. Падает. Блядь, не падает, нет. Сука, он за мной. Пизда у меня. Я не особо вижу, куда я бегу. А ты помнишь, где я чинил, когда ты висел, нет? Блять, я честно даже не знаю. В стороне лачуги, с другой стороны от лачуги. Но в той же стороне карты, короче. Угу.
Ну заканчивайся уже, а. Так, так есть. Блять, он сзади меня. Короче, по правому моему плечу делал. Я понял. Ну чё, да, успел. Чё, съем делаю? Съем делаю? Ты тогда повиснешь, скорее всего. А не, он за ней пока идет. У меня быстро просто пока что. У меня быстро просто есть. Да я не ору. Захилишь, пока у меня броня действует? Давай, давай. Да у меня это. Да не, у меня это. У меня вроде быстрее все-таки работает. Не, ну я имею в виду, что если что, на крайняк ему удар на себя, пока броня еще действует, потом же я тебя. Мне ж, по-моему, не ударяли, у меня вроде этот. Я немного все это даже. Нет. Все-таки, наверное, ударили. Блять, рядом. Блин, не сильно далеко. Да, буквально неподалеку. Короче, стой, пока стой на месте. Вон там он в углу, вон там он ген в углу. Ну что, я снимаю? Ну снимай, я пойду ген чекну. Я, короче, снимаю и, блядь, нам куда-то бежать надо. Ручником прям. Ручником. Вырубиться. Где-то рядом. Слышу. Да, он. Вижу. Не вижу, но слышу. Да видел только, да что он в сторону. Да, в твою сторону пошел, да, в твою сторону. Я же прыгнул в окно, но почему я не успел? На. В эту, блядь. Да заебали уже это. Ну, у меня, скорее всего, конечная, он уже за мной бежит. Точнее, не скорее всего, если меня ловит, то у меня конечная. Он меня, конечно, поймает. Я еще на всех сейчас конечный будет. А у нас еще и ночь. Значит, у вас у всех конечный будет уже. Ты главное чиня, он пока за мной бежит. Чиню. Тут, в принципе, по-моему, даже неподалеку этот ворот. Не, я точно отъеду, ты главное дочини. Блять. Дочини, дочини, вот хай вешать сейчас будет, чини. Да я чиню, чиню. Да, они в принципе все-таки неподалеку. Я так понимаю, он сейчас, наверное, в этой, блядь, будет. Да, она где-то здесь. И он сейчас, наверное. Вон он открывает. Вот он вылез. Я пока в потемках, я лучше посижу вот за этим деревом. Ему-то я все равно ж подсвечусь. Все. Блять, она сюда вернулась. Но она уже тайну открыла. Ну, скорее всего. Она захилилась, у нее адреналин был. То есть Гента дочинил, и она отхилилась. Сейчас у нее, блин. Там, короче, осталось буквально 5 секунд, чтобы открыть. Он показывал, ну, в принципе, видишь его, да. В принципе, малыш, в наглую даже открывать, он тебя не успеет. Так как раз сейчас чувак услышит, да, он тебе бежит. Скинь спасательно. Давай. Да, 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 все. Еще и промазал. Ну, по мне попал. Я в публичный матч починить генератор в семейной резиденции. И свалите. Угу. Это было хорошо. Плюс один. Есть. Снятие. Снятие с крюков. В принципе, у меня завершилось. Угу. Блять, снимите.
выжившего, который ранее в матче снимал с крюка Васп. Вот это вот, конечно, хуй. Да и почему? Если ачивка нужна, не знаю, вот типа, я теперь хожу, тебя снимаю, и где-то с этим выжившим, который снял, я теперь хожу, тебя снимаю и подставляю специальную монету, а потом ты возвращаешься, снимаешь меня, все. Ну, типа, первым должен я. Да? То есть, ну, вы выживший, который раньше снимал с крюка вас. Ну, типа того. Мне, блядь, повесили, я, короче, нахуй сдох. Больше не в кровавом пути. А, блядь, это Ямаук, это, кстати, моя хуйня была. Карта? Да. Кого мне взять? Так, а чем лучше я там выбрал? Я нихуя не выбрал. Ладно, сейчас будем. Что у нас там для съема есть? Руки. Есть. А можешь зайти в Ghostface и делать элементы и фоткать фотоаппарат. Так, что у меня есть? Выключить скорость, это было, да, нормально. Ничего, пока ищется, можно пойти чай попить. А у меня не готов еще пока. А жму готов. Я готов тогда. Жму. Все. Че, пора что ли? Чё-то там. Чё-то там, да? Чё-то там. Ну чё-то там, да? Вы там чё-то там это... Миллиардера Брюса Уэйна. Нет, никто не знает, где он. Все равно не дал бы нам денег. Что ты? Тебе много других я.
Страшно. Очень страшно. А что опять ему? Кто опять поставил? Нет. Кто опять ему поставил? Нет. Это, по-моему, так и не было по отношению к этому. Ну, я о чем говорю? Ты не говорил. Могу сказать точно, что это не грязь. Ну, не грязь 100%. Блять. Это какие-то... Она что-то читер, что ли? Она что-то пролетает. Ты тоже видел, как она пепнулась? Да. А может, пинг такой? Я не уверен, что это пинг. 152 пинг. Это? А что телек-то врубился? Вот это маньяк такой. А... Написано это чего так, что типа из Америки, если сюда. И пинг самый большой из нас всех. Ну это было прям как-то по-читерски, что ли, блядь. Так, в подвале дочинят. Это отлично. Теперь мы в подвал особо не... Где ты, сука? Она, по-моему, в центральном банке была, наверху. А, она меня нашла прям буквально. Я прям к ней пришел. Мне кажется, я первый раз вижу здесь Вьену на возвышенности. И чтобы эта возвышенность была прям рядом с этим. На возвышенности, да, что-то я тоже не видел. Ты видишь, наверное, несут к тебе. Тебя, кстати, видно прям максимально. Вот что, Питер. А крюк подо мной буквально. Да. Так. Я повис. Да, я понял. О, залезу наверх, но вы где? Угу. Привези мне. Она была близко нахрен, поэтому у меня почти, ну, четверть у меня запомнилась. Она идет обратно. Да. Сзади. Сзади кого? Тебя. Какого сзади? Задний. Вот, сзади тебя сейчас. Пошел к тому гену. Кому еще помог? Тому, который ты начинал чинить. На возвышенности? Который, да, на возвышенности. Мне не нравится то, что здесь кассета. А я ее принес сюда вставить. А я пошел ее вытащить. А может давайте обзакинем сначала? Нет? Давай. Попробуй. А нет, перегрузка. Понятно. Понятно, все. Я по-любому рядом, как он вообще сюда прийти? Да, он спрыгнул, это слово должно быть, он спрыгнул сверху, вниз. Ставил кассет. Вернулся этот ген на возвышенности. Возможно, тот самый новый ген, который не починен до конца кассы. Да я уж надеюсь, что мы его вычиним. Это из-за тебя, чертила. Сюда, вижу.
Видел, да, там буквально за. Вопрос. Ну, сука какая. Ну, сука. О, здорово. Что мы, лечить не будем или что? А тут телефон рядом с вами, тут телек. Да буди, буди. Здесь есть ген тоже начатый. Блять, она до меня доспалась, блять, я к тебе шлю привел ее. Суча. У меня второй повес. Короче, знаешь, в чем самый прикол? Я хотел, у меня есть септик, я хотел его заюзать, а в итоге я взял кассету в руки, поэтому я не могу аптечкой пользоваться. Не можешь аптечкой пользоваться? Ну, как, кассета в руках. А, хуйня. У, сука. Тут два телека буквально, вот сколько, 5 метров. Один телек стоит, а второй. Пошли лечиться куда-то. Блять, там кто-то прыгает. Она там, куда мы бежим, она там тут была. Она идет сюда. К нам? Ну вон там телек еще, блять. Да вот один телек, я тебе говорил, вот они два. Она рядом, сзади где-то. Подожди, тут есть этот ген. Нормально. Хилиться, тихо, блядь, где-то рядом. Да, она выскочила вот из этой хуйни. А ты тут тоже? Я не понял, что она меня стала бить. Кого? Нет. Ах, надо. Только потому что она поняла, что я септик заюзал, то ли она просто стала меня пожалела, то ли... Блять, все, до свидос. Миссия не удалась, а я прям в этом, я прям в палетке нахуй. Она меня схватила. Все, пизда мне. Я пока ничего не вижу. Я следующий. Она рядом. Она слишком рядом. А сейчас? Сейчас. Минус один. Где, блин? Ой, все, понятно. Ну ладно. Говно. С этой стороны карты 3 гена. В принципе, она может всех ходить, и вот сейчас, как сейчас надо делать, дефать, и у нее треугольник останется. Возможно, она такая отыгрывает от треугольника. Плюс здесь у каждого гена телек есть, она может. Телек чудо. У кого-то там дед был, кстати. Дед есть у Кехаса. Не, вообще, вообще 4 гена. Вон перед. Ты смотришь за мной? Да. Да, вижу. Раз ген, вот два ген. Тут вот буквально вот он стоит 3 гена, там вот ген ты дек 4. Блять. Взрыв произошел. Так, Кехас достал кассету. Не уронишь, не уронишь. Спасибо. Ускорение. Так, ну они вроде чинят. У них у обоих есть дед. Она не будет оттуда уходить. Не там, блядь, 4 гена. Ну эти пока вычинивают. А пересел уже, разве? Да. Когда? Когда? Угу.
Но после того, как ты сдох, сразу же и повис. А вот это вот хреново. Надо было раньше. Блять. Профессионально, да? Вообще. Я хотел увидеть, что происходит вообще. Видишь, она там крутится, она не выходит там. Да, 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 да. А что за розовые ящики и подсвечивается-то? А, у нее сундуки, это мародерский чутье. Походу. Ну все, я думаю, это конечно, но вряд ли уже сможет зачинить. Ну, скорее всего, да. Есть. Это жесткое расположение генов, это даже не треугольник, блядь, это четырехугольник какой-то, они все слишком близко. С одной стороны, мы сами виноваты, что мы не чинили с той стороны. Отчасти. Так, это спасает. У меня такое ощущение, что сейчас, вот это... Сейчас будет перегрузка. Блин, что, кто писал, что ли, блядь? А, блядь, ко мне чувак заходил. Супер, супер блатной. 777. Мой кент на Леоне, изи. Как жестко разманчил дуру. Давай, удачи, мужик. Да, у нас этот Хексос отваливается. Возможно, этот ген отдачением, а вот еще один уже нет. А в принципе, гены все остаются с этой стороны опять все три. То есть, гены все... Будет еще более жесткий треугольник, они там все будут все рядом. Вообще, какая хрень. Они все гены буквально, вот они тут. Угу. И что делать-то? Да ничего. Ящик закинулся. Выкинулся из ящика. Вот у вас телек? Из одного в телек. Из одного телека в другой просто. Какой пиздец, блядь. Это какая-то хуйня откровенная, блядь. Вот телеки какие-то жесткие, и расположение генов жестко. Вот сейчас перегрузка будет, это сейчас взорву. Он откасит, и все равно откасит бегать. Можно будет в тот телек вставить, который у того гена. Да, вот если я попал, был бы идеально, она бы не знала, что я чиню. Ну так, конечно, да. Теперь она уже знает. А еще целитель включился. Она может у него опять не сломать, скорее всего так пойдет. Да че я? Вот идти-то, блин. Два локтя по карте. Блядь! Ирина, ёб твою мать! Гибкость. Да она большая часть гибкости проебалась в моем падении. Угу. Сзади, блядь, сука. Промахнулась, лошар. Лошара. Блядь, сам лошар. Че она там? Блядь, че переиграет меня. Потихо, потихо, изгонял. чинит, потихо. Нахуй иди. А чё ты так медленно шел? Пора уж съебаться было. У нас сейчас вон в телек, он в тот, наверное, тэпнется, да и всё, бля. Он, скорее всего, сейчас тупо пойдёт, вот придёт в генах. Она же понимает, что кто-то там чинил. Да, вернулся к ней. А ты чё, с кассетой бегал, блядь? Да. Чё-то она проебалась. За тобой пошла. Это восстанавливается, за тобой пошла. Блин, он меня ищет. А у нее дед, да? Справа. Да, у этой дед есть. Она пока рядом к ней ушла. Она воспользуется дедом? Блядь, нет, не успела. Не успела.
Там рядом этот нахуй телек ебаный. Я знаю. Подойдешь, блядь, и вот она да. Вылезла, блядь. Я прям предполагал, что так будет. Тихо, блядь! Да ладно. У меня еще могу повезти, но она нет. А где я видел этот ящик? Блядь, она с кассеты бежит. Она очень удачно прыгнула в этот, бесшумно. Быстрый, тихий, сработал. Блин, зачем? Она выпрыгнула нахуй. Она слишком рано сделала. У нее вот эта вот херня какая, блядь. Быстрый, тихий. И, короче, при выпрыгивании она, короче, оглушает. Она слишком рано сделала. Будет меня искать, да? Да, походу. Да, пошла. Да, сейчас по-тихому устанавливается там. Блять, возвращается к ней. Пока что возвращается. Деда она пока что не использует. А у нее есть? Да. Я тебе говорю, у них у обоих был дед. Нет, может он уже использован был, нет? Не было такого? Да нет, она еще не вставала вроде. Дед у нее еще подсвеченный. Что это куда-то? За фонарем? Я думал, может, что там печка есть, типа захилиться. А есть где-нибудь этот? Где я сундук видел? Вот не помню, где я видел сундук. Нет лица. Да, наверное, где-нибудь в этой херне нет ничего. Блять. Не хочу по головам мне идти. Я же упаду там сейчас, на ровном месте. Ну и это пока еще за ней не пришла. И пока даже не рядом. Рядом. Вроде бы. И он там возле. А, она, блядь, сзади, да? Короче, я не буду сейчас. Угу. Падла, я да? Я ничего не делал, здесь место такое, чтобы особо так. Ну ты беги туда, и может он ей удастся что сделать. Ей удастся, мне нет. Вот ползет в сторону тебя вижу. Пока что. Да. Теперь не ползет. Сука, своим выпадом километровым. Не, на самом деле, я тормоз, если бы сразу про это кинул, я бы ее пробил. Я просто думал, что вдруг она захочет меня обойти, решил чекнуть, где она. Угу. Типа, прям буквально она прет за мной прямо или нет. Все, встала. И в шкаф. Ну, тогда я не буду это сжиматься. Ходит, ищет, блядь. Что там? Будь здоров. Минус один, да? Плюс один. Нашла люк. Да, я вижу. Еще и кассету спиздила. Что еще? И кассету еще спиздила. С кассетой лежала в люк. Заебись. Ну короче, только у тяжелого спиздить огнемет. Турель перемещается. Это, блять, на русский так перевели хуевато, да? Я так понимаю, что типа это... турель, блядь, перемещается. Охладить траханье, блядь.
блядь. Меня увеличивает удачу. Торт побег. Я готов. Не, сейчас чуть качнусь. Два этапа, я думаю, сегодня докачаю. Дэвида Кинга, конечно, вряд ли. Ничего. Просто. Зашибись. Конечно. Вот так. Удалился у меня все дело. Все удалилось, отлично. Короче. Легенд, Legend Killa и... Ай, странно, и сложные ники, короче. И не... Опять, ну вот, немец. Кто немец? И румы за румын. Легенд Killa. Где ты видел немца? Дания. Нет? Да, значит. Дания. Да. Дания. Дания? Отлично. Я уже везде вижу теперь немцев. То, что они в последнее время очень часто с нами играли. Пудинг из выживших. Замечательно, просто заебись. Погнали нахуй. Блять, Буба нахуй. Он пиздует в меня. Где-то рядом со мной, там не террор. А я вижу, привет. Блять. Забывчивость, удачи, истерия. Да? Забывчивость, да. Банула. Последних сил. О, Легенд Killa получил пизды. А у него, походу, гибель Франклина еще. Я потому что свою аптечку... Настоящий Буба. Ой, аптечку я тут проебал. Стой, я рядом. Где ты? О. Хороший этот прикид. Он сзади, сзади. Убегай. Пиздец. Мне не дал он убежать. Ублюдман нахуй, ебаный. Спасайте того чела. Почему я не спасаю? Он бежит к тебе. Бежит пинать. И спасать нахуй.
Давай Яшку попробую спасти или что? Не, нахуя? Нет, давай ты. Блять, сзади нас. А теперь кто бы нас спас? Это падла, что, все за мной еще хуярит? Да не, он за мной. Но я как промансер, я не стал даже полетку скидывать. Развел как лоха. Как мне хуй делать? Запись. Я, если что, я на крышу, наверное, полез. Там починю. Где какой-нибудь ящик? Я сейчас как-нибудь ящик выцеплю, ну нахуй. Нет, не выцеплю, наверное. Если что, можешь на крышу залезть, я тебе тут покину. Мог дальше прицепить. А, он где-то здесь. Не, он где-то здесь близко. Шастый что-то. Легенд килла. А колодецкий вообще пофигу, чинит, как будто ничего нет, как будто никого не убивает рядом. Он никого же не убивает вроде рядом пока что. Нет, вот, пришел. Он опять сейчас придет. Да, придет, поэтому ты не подставляйся. Если что, я буду перепрыгивать. Если что, я удар буду себя принимать, а ты там прыгай. Да, он тебя поднялся. Да, он меня ударил. Понял. Да, он за мной. Продолжает за мной. Я понял вас. Чё, кто пойдет снимать? А, его сняли? Десантировался. Сняли его? Аптечку забираем, нахуй. А чё я, блядь, прыгнул? Надо будет наверх залезть обратно. Надо уйти, блядь, чинить хуйню. Я к Эвенткилле привёл их. У которого последний повес. Он дохилился. Сейчас он есть дохил. Блядь, иди нахуй, а. Гибель Франклина, я опять проебал свою аптечку. Блядь, у меня слепота еще хуярит. Блять, подвал рядом. Тут рядом. Блять, промахнулся. Там где-то бегаешь, я полетки две слил. Блять, нет! Сука! Говнодой, блять. Охуело там накинулись на ген, блять. Поспоришь. Ага, я вижу бубаса. Прыгнул сверху. Тебе этот Kill Legend бежит? Кто-то бежит ко мне, да. Просто он где-то там был, в своей стороне. Бежит. Блять, рядом. Да, он сзади, сука, он за мной пиздует. Иди нахуй. Разъебал. Он сейчас там где-то висел. Я знаю, потому что я его съел бы. Так, раз он промахнулся. Все, пизда мне. Да все, пиздец. Пиздец. Не подставляйся, Габриэл. Габриэль. Че мне пизда? Минус один, еще нахуй. Пиздец. Хуйня. Вообще хуйня. Шинима хуйня. Пока он там бегает за киллой.
жизни очень платно. Слушаем сайт. Еще он гены, вот я смотрю, когда там два гена тоже рядом тут. Угу. Где, конечно, третий? Спешка проебана, за ним бежит. За ним бежит. Он бежит слева от вас. Кстати, ведет его походу к вам, блядь. Да, он уже вон, блядь, там торчит. Видел? Сзади. Как угодно. Все, он, походу, решил переключиться. Мне кажется, он замает по следам. Нет. Течение, почему-то я слышал отчет. Ну нет, ты слышишь, но он, по-моему, за этим. Не здесь он. Е он гин, да. О, все. А, ну я имею в виду, что все равно как бы... Не, ну... Так, один ген здесь, вот, один ген вот здесь, вот, где я. Ну, за тобой было. Не, мой будем бежал не буквально за мной, я имею в виду, что рядом, короче. А он подальше отошел. Снег, я не просто сейчас вернется, просто снег сразу вернется, не уверен. Спасибо. Угу. Легенд Кила, короче, на него нападают. Чините, вы что-нибудь за это время могли бы починить там, там где висела эта кладетка, да, там ген был, могли бы там чинить вдвоем, починили, пока он сюда ушел. Они очкуют. Его и нужно раскачивать на разные гены, чтобы он не успел до контра. Я тут начал чинить, они там чинили. Иначе бочки... Вот такая вот пила электронная. И давайте плаг пока отсюда я уберу куда-нибудь. Хотя не, пускай будет здесь. Давайте вот не подсматривайте на частотники, просто вот на слов. Где мутит? Блять, убас, а чего я его не слышал?
не слышал, он тебя не бил? У него маленький радиостер, видишь, он пинает, я его не слышу. Сейчас чуть ближе подойдет, я начинаю его слышать. Все. Помахал, типа, нет, не чини. Кто я? А ты? Ты меня его ожидаешь? Ожидаю. Да? Ну чё ты вопрос, я не знаю. А ты меня ожидаешь? А я на самом деле тут бы чинил. Угу. Он тут палетку сломал. Плохо, что она повисла, по идее нужно мне спасать. Потому что этот чувак раненый. А, он уже за ним ну все, ему сейчас скоро писец настанет. Ну это еще где-то. Не знаю где они, но я их слышу. Ну все, я так понимаю, муж. Ну да. Да ладно, хорошо. Спасибо. Откуда идет? Он что, за тобой еще там что-то пытается? Я уже срезался пилой в стену. Чего? А вот. Куда? Печаль, все. Летели белые медведи. О, хлеб. Круть. Вот что, подсветка что ли его есть? Конечно. Заебись. Ты идешь? Сам себя не очистит. Согласен. Это уже выебут. Да? Это уже выебали. Отчасти. Так пока шел, блядь, ну подошел уже, блядь, все это. Подошел, все закрыл. Все? Минус, блядь. Задание выполнил, типа сбежать и спиздить предмет. О, плюс два. Неплохо, неплохо. У меня вообще нихуя. Минус нахуй. Этот каннибал учит еще GG.
что-то, блядь, меня откинуло. Что-то не GG, да? Что-то вообще нет. Что там, блядь, как там с сетью все это вопрос, что за, блядь, приколы? Тебя выкинуло из нашей так, тусовки. Я не вообще, блядь, это отсюда выкинул нахуй. Может, что, тебя Steam тебе пишет, что тебе не в сети? Как у меня в прошлый раз? Нет, в сети. Steam, у меня тут загрузки, все нормально, все тебе пишет, блядь. О, теперь хуй. Подожди. Ну, приглашение пришло. Ура, игры доступны. Пиздец. А теперь? Теперь нет. Все. Доступ запрещен, блин. Какое вино мне открыть? Престижный дуайт. Чё там? Престижный дуайт. Я первого престижа закачал. А. Престижный дуайт, блядь. Ебать. Для этого это престижно. Дуайт это престижно. Да? Так. Так это всё. Ничего, ничего, это я так это. Я, блядь, как суслик просто. Суслик, сука, вычисляется задержка. Присоединился. Да. Как-то так. Вот так вот. Вот как-то так. И никак иначе. И никак иначе. Ставлю гирлянду. Ставлю полицейский значок. Думаешь, стоит? А что нет? Как? Максимум до часа. За то, что я не... Полтора часа еще? Это максимум. Полчаса.
Андра. Нету. Попало. Футбольный менеджер 2024 уже в Steam. Еб. Как я, блядь, без него жил, нахуй. Футбольный менеджер. А, ты, кстати, надо брать. Вообще, блядь. Hotfix 733 вышел на консолях, и игроки сообщают, что при записи игры проигрывается трейлер головы «Очень странные дела» вместо стандартного видео. Это в смысле где? ДБД. Происходит легенда, что, возможно, вернут этого, ну, главу «Очень странные дела». Дима Горган? Да. Если вернут, то нужно будет взять Димона. Вдруг опять пропадет. Ну, хуй знает, может быть. Профнайт. Профнайт, блядь, как это читается-то? Чё, профнайт? Блядь, как она пишется, эта хуйня? Пробкает. А зачем он тебе? Не, блядь, ну у меня просто, по-моему, он был. Я просто помню, что я в него играл. В этой. В эпике. Это было эпично, да? В эпике. Да. Игроки Modern Warfare 3 требуют возмещения средств после кампании. Какой кампании? Modern Warfare 3. Как говорят, у меня получилось. Сюжетка. Тони Хок про скейтер 1 плюс 2. Так, чё, куда чинить? Где? Я на улице. А, нет, там это учитель звезды, верно. Я придумал. Ладно. С другой улицы. Там тоже. Там тоже. Вон, видишь? Я вижу, что я не пойду. Но пошли туда тогда. Сверху хоть где-то нет, походу только внизу. Да. Что это за звук был сейчас? Опять это любительница кассет. Я сначала подумал, может показалось, что это она? Да вон кассет мне, падла мне. Обкассетила немного. Кассетница. Черный шайтан чинит. Блять, она сзади меня, сука. Блять, не успела. Какой-то странный вид этот. Да. Так, снимай меня ты, потом я попробую тебя снять. Не, она вернулась. Я так не хочу. Я хочу наиграть на плюс один. Я тоже. Не хочу повиснуть. Ну, сука. А тебя не спасают, нет? Нет. А ты что-то пока как-то это... Не спасают тебя. Кто бежит? Блядь, кто бежит? Ну, сука, блядь. Как ты поняла, что я сюда пойду, а? Она на улице вылезла из телека. Давай, сразу. Ты, блядь, да. Ты почему-то не скинулась, ебучая палетка, я же нажимал. Вот. Вот у меня то же самое. Так что можешь... А, я же не это спасал, да, правильно. Ладно. Притянула.
Ну что, я тебя пойду спрошу. Или это как? Где она там? Где-то в центр ушла. В центре я ее не вижу. В центре я ее вижу. Это ты бить от меня уже нахуй, а? Я заебала тоже нахуй. У нее как бы очень это. На нее хрен свалишь эту ебучую палетку. У нее поэтому вот я слышу, что там не было шума. О, блять, мы прям близко висим друг к другу. Буквально, блять. Говно, блять. А я там даже не прижимаюсь нахуй. А? Да какой толк, блять? Она просто нахуй нормально так накинул два раза, блять, на меня. Пошли отсюда нахер, блять. Просто похуй. Пизда. Она сзади меня, нахуй. Её пизда мне, нахуй. Ну я тебе, собственно, о чём и сказал. Это будет, скорее всего, ноль, но это говно. Если у тебя есть куда минусовать, это будет ноль. Здесь некуда минусовать, будет ноль. Ну, я тебе говорю, что будет ноль. А так бы это было по минусовой игре, блин. Не, минусовать некуда. 2300, нахуй. А все, пруты закончились, и все теперь. Да нет, ну блять, в предыдущей игре это у меня было. В предыдущей игре у меня хотя бы было более-менее что-то. Так, я помню, денчик есть на улице, денчик есть на крыше, где вертолет. Опять то же самое, нахуй. На нее почему-то не скидывается, нихера палетка нормально, блять. Ну, возможно, у нее какой-нибудь аддон на быстрый выход из невидимости, а сейчас сделали так, что если она типа невидимая, то мне палетку нельзя в принципе скинуть. Ну, точнее, она скидывается, но она не оглушается. Да, она даже не дает ее скинуть. Ну, может быть, она научилась это, блочить их. Блочить призрак, блочить окна, что ты не можешь в окна залезть, так поэтому что надо опять прям остановиться в палетку, чтобы ты не был высоко сброс. Во, прям буквально на него ебанулся. Просто на него сверху прыгнула, блядь, и ебанула. Не успеет бежать, а там крупный сильно далеко, сейчас она повесит второго и будет контроль. Хотя бы этого успели снять. Хотя бы так, хотя бы. Там мне еще кассет надо где-то. Вылазит, блядь, из этого. Ёб твою мать! Блять, он за ней бежит, блять, почему нет этой нахуй? Вообще никакого радиус террора, блять, вот что-то вообще залупка какая-то, блять, была. Но она, возможно, действительно была в этом, она могла в невидимости быть, она же типа вот когда она в невидимости, якобы у нее же нет террора, как призрак, как, или как этот, кто там будет спейс, как призрак. Угу. Точнее, будет спейс, он может и стоя в обилке. Нет, не нравится. Нравится. Учись. Ой, это мне больше нравится. Хотя у меня, конечно, там септик в моей аптечке. Здесь зарядов больше. Ой, блядь. Мимоходом что-то так проскочило.
Мне кажется, она на улице висит, да? На улице она и висит. У нее же там вообще буквально пиздец. Блин, сейчас, по-любому сейчас телек где-нибудь там цепнулась. На улице сейчас как раз. Блять, громко. А я, ну, я спешил наоборот. Это понятно, да. Да нет, ты успел бы. Сейчас он там на улице, да? Да, да вышло. Три починенных кена, блядь, за тебя, сука. Починенных два. Ну, два, да. Вот начал уже. Смешно. Ну, сука какая. Но они вроде по центру сели чинить. Все, за тобой бегут. Вечно часто заходит в своей невидимости, и тебе рожь раньше пропадает. Ага. Я про это говорил, вон, что сзади, сзади, сзади. Сейчас. Ну, может бежать в центральную, потому что они сейчас дочиним душу. Блять, обходят. Сзади, да, сука, сука, сука. Хит. Падла. Ну то, что будет хит, это понятно было. Даже, это даже будет хит. Знаю. Это погоня просто хитовая. Ага. Падаю. Да. Я понимал, что туда не перепинтируюсь, но я здесь уже не успеваю Стабс есть, оказывается, игра. Помнишь, древняя игрушка была? С зомбарем. Стабс. Стабс за зомби, что ли, там типа того. Где ты играешь за зомбаря? Очень древний. Ну ты кто-то побежал, поднимите меня, ёб твою мать. Кассету она положила. Кассету вот она положила. Что он бежит, блядь, туда? Зачем он сюда бежит? Смешно, блядь. Лего, блядь. Да мне кажется, даже снять не успею. Сейчас начну снимать и упадет. Успел снять. Хотя бы успел снять. Хотя бы что-то. Собрание действий могу через хит снять. И дать ей шанс сбежать, да? Ой. Давай, хитой, хитой! Китой, спасибо. Давай. Ну, в лучшем случае на ноль, а хотелось бы плюс один. Хотелось бы, ну, хрен, наверное, там. Я не прошу плюс два, а не хотелось бы плюс один, но я мало чинил, чуть бегал, но мало чинил. Сколько? Ноль? Ноль. Mm-hmm. Чуть-чуть не хватило до плюсовой. Ну, хоть бы так.
все, она за ней. Люка нет. Да вот она за. Еще и через телек вылезла. Ну, пиздец. Подари ей чемодан свой, вдруг отпустит. То самое ебучее местечко. Падает. Да. Была хуйня. Зверская сила, чертик, разряд, и мучительство сквера. О, покер-клаб, нихуя. Я помню, я в него играл на это, на PlayStation, блядь. Во что еще, блядь, играть на PlayStation, а куда? Да. Покер, сука, клаб. Ватман. Канариум. Unreal Tournament недоступен? Да ладно. Охуеть, нам Unreal Tournament недоступен. Что теперь? Не, ну я просто помню, я в него играл, но даже не сильно так, тоже давно. А сейчас он типа теперь нам недоступен. Он и так на английском языке, там русского языка вообще не было. А тут еще такое, блядь. Да вы, какой подлянки не ожидал, да? Вообще, блядь, это чё-то какая-то прям хуйня. Прям хуйня. Ну, короче, хуёво было. Ну чё, короче, пойду и чай попью. А то до этого он хоть горячий был. В этот раз? В этот раз он будет норм. Короче, а тут основное здание. Основное здание тут есть?
Основная, скорее всего, где подвал. Угу. Знаешь, в чем прикол, что я поставил люк? Пока напряжно, пока никого не слышно, вдруг это какой-нибудь стелс. Ну, я не знаю, но у меня был этот радиус террора. Появлялся. У меня тоже сейчас сердце. Тут что-то знакомое, по-моему, пирамидоголовый. Ебать, осенью! Либо рыцарь, пока по звуку пока не понял. Рыцарь. Угу. Рыцарь говна, блин. Согласен. Блять, вот это я уханулся, да. Я в принципе и так уже понял. Блять, ты буквально рядом со мной, ну. Это уже не вкатывает на плюс один. Прикол, рыс, это за мной гоняется. За тобой? Да. А чё так? А, не знаю. Туннеллер, наверное. Я бы, наверное, сказал бы даже ублюдок. Так тоже можно сказать, конечно. Бросил или потерял. Я, короче, в еще одном подвале начал. Почему? А еще будет чинить в подвале, кстати, это нам сгонишь. А, оказывается, мы были рядом. Я там хилился в уголочке. Угу. То есть вот это основное здание. Здесь может быть люк, в принципе, и на сверху, и может быть и здесь, и в самом подвале. Отлично. Внизу. Это замечательно. Мне нравится такой подход. Подвал, да? Там, по-моему, да, подвал еще ниже, чем мы. Сколько времени? Рядом. Блять, он меня спалил. Короче, лик мрака. Так, ну от меня он вроде отхибался. Один генератор остался, блядь. Да, тут надо его найти где-то. Хорошо, сейчас пока все втроем подхилимся. А где вы там хилитесь, блядь? У подвала. Ну где вот этого? Лачуга. Я уже ушел к Гену. Я, конечно, я слышал тебя раненого. Ты не помнит. Я за этим забором. Я слышу, ты кричишь с обратной стороны да? забора. Это я. Любитель поорать. На улице, кстати, этот Ген есть. Блядь. Говно, наверное, это такой вверх. Вверх опять чужого? Нет, нет, это лик мрака. Угу. Ай, почини, нет, я лох. Да. Там даже не денешь, нет? А вон там, по-моему, на улице. Ремонт есть на улице. Нет, сзади тоже почини. Он тут починит.
Внутри. А вот починить, да, светится? Починим, да, светится, помню. Внутри, внутри мы починили. Да. А где еще-то, блядь? Блядь, видимо, мы с вами прям шпонки. Здесь меня рыцарь гонял. Эту порядку я скидывал. Блядь. Ирина, ёб твою мать. Ах ты, да пол. Отъебись от меня нахуй только. Я вам, блядь, тут нахуй не собирался вообще, блядь. Посос. Кто-то там нашел генератор. Генри, походу, сама спрыг. Это ты там от него, что ли, гоняешься? Да? Да. Чё, давай. У меня латания. Нет, подожди. Чё? Да, попробуй пока меня. Блять. А чё я-то? Да. Где ты, Генри? Я хотел Генри снять, и поэтому я на этого рыцаря попал, на его этого чувака. Оказывается, он уже сам скрыгнул. Ну да. Не, я доли секунды не успел стандарт взять, чтобы это пропал к нему. Где-то был генератор. Я думаю, блядь, это я. Вот в этом доме. Он крутится где-то рядом. В доме на втором этаже, походу. Подожди, вот еще генератор есть. Вообще-то нулевой. Надо его попробовать. Не, мудак, откуда ты знал, что я тут? А, мудак. Пришел, что палетку сломал, и потом за мной. Там, по-моему, в доме на втором этаже один, поэтому она тут не уходит. Надо забирать. Я, короче, пошел в подвал, поищу я там этот. Он меня нашел, нахуй. Ну, ты вообще меня нахуй. Я на улице чинил, как раз он ко мне что-то припиздил, блядь. Херово, что я закричал в подвале. Блядь, он сюда идет, походу. Угу. А, да, не, вроде нет. Или да? Или нет, или да, я ору. Блядь, вот это я прыгнул, блядь. Прям на него. Ген взорвал. Ну хоть похилиться тогда. Ты где, в доме? Да, на втором этаже. Он снесет этого сюда, а труп он будет рядом, короче, вешать. Да. Соответственно, сейчас пойдет пинать Ген. Он пойдет сейчас ко мне, короче, пинать, да, он ко мне идет, блин. Нет, к тебе, наверное. Нет, ну он ко мне, да, за мной еще этот жирный урод бежит его. Блять, он идет смотреть. Блять, он идет за мной, сука. Говно, иди нахуй, а. Ебать, я сам себе в угол зажал, я дурак. Есть, блять, свирепая гордыня, уязвимость. Ты его прыгал, да? Да. Да. А есть у меня такой пер. Ну да, я стал ваншотом. В чем странно, что-то он поставил эту хуя, блядь.
Выжившего заметил отряд. За мной бежит гандонный глаз. Блять, отъебись от меня нахуй. Стоп. Вам на рукоять. С одной стороны еблан, блять. С другой, блять, второй. Ну, в этом сложность против игры против него. Просто зажали, блять, у меня и... Другое место бежать уже, блять, куда? В мусорку, нахуй. Гандонил. Гандонил. Чё, как? Чё, я люблю? А чё люблю? Мал яд. Ну, посыпались, у нас остался инген, и все начали падать. Давай. Давай. У меня лечение рук быстро. Блядь, ну естественно мы посыпаемся. Нужно, блядь, там захуярить сейчас это. У меня ж лечить. Конечно. Давай. А что, ты плюс в руках? Что, Джефф, идти спать? А? У тебя плюс в руках, что ли? Да. У тебя тактика свалить через люк? У меня еще и, блядь, на люк подсветка есть. Нет. Блядь. Говно, на тебя согрелись? Да. Блядь. Блядь. Я врезался, и теперь я не успею, ага, на стандарт взять. Сейчас опять меня ёбнет перед стандартом. Ёбаный, блядь. Спасли, спасли. Под люка ебаный, блядь. Генри, все нахуй. Он опять поставил этого ублюдка, блядь, возле генератора. Да все, он где на контроль, там, скорее всего, треугольник остался, поэтому он там крутится. Да хуй нет. Иди нахуй. Ну-ка, не откатывайся, не откатывайся, не откатывайся. Двоих нашел. Ну, упаду сейчас я. Нет, пока еще не упал. Говно дует. Брось, да, скорее всего, к тебе пойдет, но ем. Угу. Зачем, не знаю, к тебе, но куда он чек-то пойдет. Он здесь не пропал. Он этого ублюдку поставил. Ор. Выше бор. Ага. Блять, не ори только нахуй, только не ори. Только не ори нахуй. Джефф отъезжает. Так. Джефф, да, сейчас отъезжает. Блять, нет, сука, спалилка. Хуя Глоутон, ебаный, блять. Как это тут говно может отъебаться? Взять штандарт, который появляется там, где он изначально был. А ты че, не, он не в доме, на улице? Нет, на улице. Он там сейчас максимально будет контролить, нахуй. Того, на улице, блядь, знаю, только ору. Один ген.
Ну, который я на улице нашел, он нулевый. Из дома, который. Там из дома прям выходишь. Блять, он меня нашел. Ну ничего, этот ебаный, блядь. Ебаный шо порча, блядь, вот это. А где она, блядь, есть, интересно, это порча ебаный, блядь. А куда вот. Здесь? Вообще бежать некуда с этого гена, который на улице. Ну вот там ты хуй что, блядь. И там я почти его дочинил. Да я сейчас его трогал, там 60% было. Ну, кроме на текущий момент. Ну я его почти дочинил, он просто этого хуя поставил прям буквально в меня, блядь, как. Орать. Блядь, мы тут рядом, что ли, оба? Да здесь все три гена, они рядом. Не, два думаю, на улице ты... и один в доме. Пошел нахуй, пошел нахуй. Блять, я лег, все. Говно, блять, он со своим этим залупником, блядь. Кончил. Заебал. Поставил, он поставил этого ублюдка. Пока не действует на меня. Главное, чтобы у вас самого не было. Потому что когда я тебя сниму, он пропадет. Сейчас тут только размен. Животом, размен. А вот это говно, мне кажется. Беги, беги, да? Беги в люк. Я не буду прожиматься. Если, конечно, он тебя отпустит. Он сейчас меня не отпустит, не отпустит. Он не отпустит уже. Это все, это, блядь, это пиздец. Короче, он прям максимально за мной нахуй. Все, пиздец мне. Деда у тебя нет, да? Ну все, я сдох. Он прям меня ненавидит, а я его. Ну плюс есть или плюс один есть? Хотя бы раз, блядь. Ну не раз. Рыцарь. Фёдор фокусник, блядь. Хуя. Дайте, блядь, мне плюс один и все, я буду вам благодарен. Неприятный чебурек, блядь. Неприятный, Фёдор фокусник? Угу. Да ноль, блядь. Сука. Дайте мне уже плюс один. Блядь. Там чуть не хватило, опять же, если бы мы дочинили. Генри, короче. Отбежал, может быть. Вот это Саудовская Аравия, да? То есть тоже одна блокировка ВАК. Пиздец, блядь. Джефф. Чё там с Джеффом, нахуй? В спор недавно играл. Ослепить и убить 10 раз. Я фонарик брать не буду. У меня ослепить и убить 10 раз, я говорю, я фонарик брать не буду. Ну возьми эту хуйню. Подходящую. Я фонарик возьму, то я точно не это. Как быстро нашлось. То я точно не получу. А, для доступа к этому содержимому необходимо соединение с интернетом.
Шикарно. Нет соединения с онлайн-сервисами. Да, у меня Steam, вещь нет соединения. Потому что у меня вообще интернет упал. А как мы тогда разговариваем? Ну вот я об этом говорю, как мы тогда разговариваем-то. У меня же то же самое было. У меня сам Steam пишет нет соединения. Ну, у меня тоже писал потом. Но не сразу. Футбол менеджер, недоступен в нашем регионе. Да. Блять, а у меня то же самое. Тебе не кажется, что это со Steam какая-то хуйня? Хоть не запланирован. Нам нужна игра Спанч Боб, там есть кооператив в сети. Не запланировано. Типа не запланировано. А чё, блядь, это что ли какое-то обновление еще к нему? Dead by Daylight. Показано, что обновление вроде. Ну да, там как раз то, что какой-то там этот... ну типа исправление ошибок якобы. А соединение-то, блядь, где? Алексея Романовича, блядь. Чё? Нет соединения с интернетом? Есть. Где? Где соединение? Покажите мне соединение. Как я могу выйти из игры, если мне говорят нет соединения с, ну, как бы с серверами, а кнопочки выхода-то где? Alt F4. Ну это понятно, а так-то? А зачем она тогда нужна? Ну это, блядь, явно, наверное, что-то со Steam, потому что, блядь, ну как-то странно. Странно, да, именно так. Нет соединения с интернетом. Блять, ну чё, всё-таки этот... Metal Hellsinker, блять, как он там, да, так он называется? Я не понимаю, про что ты. Ты помнишь этот, который типа это, Doom? Типа игры, которые как Doom? Но только, блядь, типа как... Да. Сам прикол, я там смотрел как раз, типа, этот гайд. Как можно, типа, сделать. Ну, типа, свою какую-то музыку захуярить. Ну и, короче, сам прикол, я смотрю, там этот... Чувак, блядь, этот... Захарил, можно, например, вот это поставить? А можно вообще, блядь, изъебнуться и захуярить туда Меладзе, блядь. Это, блядь... Ты не прикидываешь, как это выглядело. Очень, блядь, странная штука. Странно. Блин, ну смотри, THQ Nordic. Да, то есть... Они же в данном случае это... Не, ну что, серьезно, тут он есть. Кооператив по сети, кооператив общий. Погнали, нахуй. Чё нет-то? Пока по скидосу, нахуй. Я просто... Ну, Спанч Боб, чё? Чё ты думаешь по этому поводу? Да, кстати, на плойке она есть. Бля, точно, я плойку хотел что-то включить. Посмотреть, забирал ли я игры, это, наверное, по подписке, которые. Потому что там что-то должны раздать. Мафию вторую должны раздать. Нам просто сказали свыше, все хорошо, играйте, загружайтесь. Как они что-то объяснить? Ну да. Не, ну так сам прикол, что Игорь, например, показывает эти. Ну, блядь. Почему мне показывать тогда вот игру, например? Киньте в корзину. Ну чё? Ну чё, будешь брать? У меня сейчас денег нет. А сейчас? И сейчас нет. Ладно. Блять, а сейчас? И сейчас нет.
Ну и чё, какой итог-то, блядь, у нас? Мы так нихуя не это? У меня нет соединения с интернетом. У меня тоже нет. Нет соединения с интернетом. Хуйня какая-то. Хуйня, всё это какие-то ёбаные козни, блядь. Хотят заставить нас пользоваться VPN еще и для Стима. Не, хуйня все это. Если VPN еще пользуется, блядь, для Стима, это пиздец, вроде попытался, какие-то загрузки появились, но у меня поперло обновляться. Да. Угу. А у тебя что? У меня нет соединения и обновление не дает. Нажимаю там обновить, типа нет, спереди просто красный, нет соединения с интернетом. Какая, блядь, шляпка нахуй, шляпная. О, пошло обновление. Угу. Пошло, да. Нормально. Очень этот падла кинул в свой телеграм-канал. Очень странное дело, возвращается в ДБД. В магазине снова можно приобрести Дима Горган, Нэнси Уир и Стив Харрингтон. Карта национальной лаборатории Хокинса снова доступна. Я эту карту помню, когда давно-давно еще на плейке я играл. Было, там еще был третий, может, тоже какая-то многоуровневая карта. Ну, я думаю, на платиру еще рано смотреть. Я думаю, на платиру еще рано смотреть. Там, скорее всего, пока что еще нет Димы Гургана. Только 35 тысяч. Зачем все это? Зачем? Я, кстати,
Кстати, есть какая-то глава, типа, очень странное дело, но интересно, это уже актуально, кто-то уже прям, типа, вот выложил. Какой-то продавец кукуруза, и пока что еще покупок там вроде как нет. Угу. Продавец кукурузы, блядь. Поехали пытаться. Пытаться получить плюс один. Угу. Блин, очень странное дело, на самом деле любопытно. Демогорган, в принципе, по механике прикольный. Ублюдок, да? Нэнси Уиллер. Стив Харрингтон. Ну, что, появились? Да? Да. Демогорган. Неопределённый их злота. Подожди, еще пока пытаюсь загрузиться. Попыточка. Только мне интересно, а их перки они оставят как общедоступными или заберут и опять вернут их как персам? Не, ну видим у тех, у кого они уже есть. Они останутся? Нет, разве? Ну и тогда не останутся. Блин, ну у кого есть, я думаю, останутся. Спасибо, а так в целом. Хуй его знает, что они там. Ну им бы как бы выгоднее было бы сделать так. Было, а хуй вам. До свидания, перки, блять. Блин, что-то... сейчас бы... Так, погоди, у меня же этот сейчас... Можно прокачать перса. По идее, теперь должно подношение на эту карту выпадать. Я хочу на карте попробовать поиграть на этой. Ну, скорее всего, да. А что за карта? Как она там называться должна? Бэйдж национальной лаборатории Хоукинса. Только я начал качаться не в ту сторону, и у меня его сущность забрала. А ну вот. Strange. Welcome back. Угу. Демогорган. Сложность высокая. А у тебя есть очки для прокачки? Да. Попробуй выбить карту. Инопланетная флора. Дальше. Зачахший остров, блядь, нет. Утилизатор, нет.
Сортировка. Чё, бля, где? Нет, деревушка. Пока нет. Не, сейчас её нет, я должен прокачивать, чтобы она тебе выпала. Сейчас точно её нет, её в запасах. Нет, да понятно, я пока качаю. Ферма Колд. Ключ Азарова. Полицейский значок. Так что тут у нас? Заброшенное кладбище. Красный лес. Гнилое болото. Хэнденфилд. Как оно это подношение-то может называться? Что-то Бейдж национальная лаборатория Хокинс или что-то такое. Что-то не похоже, что что-то такое есть. Зачахший остров. Спрингвуд. Нет. Пару поток сыграем, загуляемся. Вот эту гирлянду есть. Что тебе там все пришло? Да, поэтому я и сказал. Зачем? Зачем все это? А чё нет? А чё да? А чё нет? А чё да? Че да? Блять, я поставил что-нибудь? Да, поставил. На скачивание? Ну, это как бы она мне скачивается, там что, без половины гигов. Ну, у меня стоит еще и этот. Инжойс. Сиральнова. Слегка рассеивает темный дух. Может, мы сейчас на нее и так тэпнемся, потому что написано, что шансы выпадения карты увеличены до 13 ноября. Буквально только на этой карте и хуярится.
И если это карта, вряд ли они ее переделывали, она, скорее всего, еще будет в старой графе. Некоторые они сейчас уже допиливают, а дальше, скорее всего, на старом еще не останется. Может быть. Потом скажут, что на этой карте вылетают какие-нибудь ошибки, мы ее, короче, пока отключаем, пока не исправим. Чуть лишь долго грузится. Чуть долго грузится. Ты ее понял? Еще она вроде загрузилась. Нет, сад счастья. Ну что ж. Нет, так нет. Рядом со мной, сука. Ты заебал, ты опять рыцарь, нахуй. Ты ебаный рыцарь, нахуй. Лик мрака, блять, это может тот же самый нахуй. А он тоже в тыквенном сайте? Да. Может. Он уже заебал меня, блядь. У тебя просто теперь тоже появился свой этот чувак, он тебя. Как это называется? Стрим снайпер. Вот. Блять, он меня с другой стороны, короче. Выискивает, блять. А я ебал. Втроем на ген накинулись. Он меня заебал уже. Детка идет, нет? Ну, наверное, вроде как. Что-то там попытками. У него еще аварийная кнопка. Что, типа откатывается? Это хуй пришел. Сука, еблан пришел. Не откатывает, но если ты бросаешь ген не дочинит, то она ну, закрывается. Ну, начинает это, да. Случай в очереди. Я понял. Николас? Здрасте. Зачини меня. Я пошел спасать нахуй. А, вон я, кстати, вижу свою, наверное, эту. Сейчас, блядь, он закрылся. Он закрылся. Он походу ко мне в лачугу идет. Игрушка. Пока закрыта, сука. Не, если она закрыта, значит она не твоя. А, ладно. Закрыта, значит не твоя. Твоя сразу будет открыта. А чья тогда, блядь? Кого-то еще раз? Ну, сейчас вторая, скорее всего, вторая сейчас повисла. А, ладно. Кровавый долг есть, блядь. Да, она меня спасла, и я ее спасла. Я сделал. Что нужно сделать? Как ты меня заебал? Съебисто. Он съебался. Он за мной. Или за колдеткой, пока не знаю точно. Да сука, орёт опять.
Еблунька, блять, ебаный нахуй. Я, кстати, сейчас повисну, там есть чья-то эта игрушка. Наверное, моя. Да, это моя, наверное. В какую сторону он ушел? В дом пошел. Это, блядь, в дом? И это не моя тоже. Он за тобой, сзади. Он заебал меня уже. Питер Паркер, хуй, блядь. Я видел две игрушки. Я их тоже видел, блядь, чё толк-то? И одно он не дал мне сломать. Блядь. Николас. Николас ёбнулся, блядь. У меня последний повес будет, нахуй. Меня этот ублюдок там пидорирует, нахуй. А, тебя он снял, я думал, он просто упал. Нет, он меня снял и его скинул этот ублюдок. Я просто думал, он просто упал, типа, и сел. Нет, он меня снял и все, и после этого его пизданул этот хуй. Его это подсос. Блять. Ирина, ёпта, мать. Потому что у меня эта игрушка была, я не услышал рыцаря. Да вот я его, блядь, не слышу ни хера. Блин, две игрушки, вот здесь вот, где я вижу, две. Вот одну сейчас ломают, чью-то, не знаю. И одна рядом со мной по левое плечо от меня. О, моя, я нашел ее, блядь. Давай. Давай. Да меня ты что лечишь? Пока что. На быстро лечение, давай. Чувствую, я сейчас в минус сыграю такими темпами. Да я уже, блядь, в любом случае. А что, тебя идет кто спасать? Было, а мне нужно было получить один раз плюс, чтобы получить первый ранг. Все. Первый ранг чего именно? Золотой или какой? Ну, первый радужный. А, радужный, да? Вы меня продаете. В смысле, блядь? В прямом. В смысле, совсем? Или так по частям. Давай, 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 давай. Короче, смотри, задыхай прям перед тобой. Хуй там. Хиль сразу. Давай. Мне все равно быстро. Я нашел свою, блядь, игрушку. Он рядом. За тебя тоже игрушка. Это не моя. Но сломай все равно. Ну, постараюсь. Она здесь давно уже стоит, она сломается. Ладно. Возможно, моя даже. Блять, рыцарь идет. Тебе идет, возможно. Не-не-не, рыцарь не стал. Ко мне что-то пытается. Нет, обратно вернулся. Так, есть. Ну, моя игрушка мне подсвечивается, да? Да. Ну, напомни, сразу подсвечивается, а может сразу. Да подсвечивался на мне. Вот она. Я могу свою, блядь, игрушку сломать, я от него не слышу. Я его вижу, блядь, я его не слышу. Да, все нормально. А мы чинить-то что-то будем, блядь, или что? Вот я там же. Я в доме начинал. Вот на улице еще один есть ген. Так, начну его. Проклятие Пентимент. Там рядом с воротами еще ген тоже есть. Пентимент, что он означал? Короче, мы измельчаем немедленно. Че немедленно? Они очень часто. Да.
А специально так делают, типа вот мы ломаем игрушку, и она его не стоит не сильно. Например, он типа устанавливает сломанный ПДМ. И он становится опять горячим. Чего все равно? А я хуй знает. Да. А и ты? За эту, за Микаэлу я. Давай. Я сяду еще один за один ген, тут еще есть рано. А там что там ходит? Здесь закрыто и тотем, скорее всего, игрушка чья-то. Либо он пентименты все поставил, по-моему, когда он их ставит все 5 тотем, что мы не можем их сломать. Да, у него какой-то походу лютый пентимент, он походу их все 5 поставил. То есть мы будем очень медленно чинить. Отец, блядь, техник. Это хорошо, да, совсем неплохо. Он меня спалил, по-моему. Я там с обратной стороны, со стороны беседки чиню. Тут говнотоп опять поставил. Минус один, блядь. Сука, меня не заметил. Нет? Не заметил? Сядись. Я улочу, где у меня конечная еще будет. Пиздец, блядь. Да? В лучшем случае 0, точно не плюс 1. Бегать я особо не бегал, щит чинил. Короче, ну, минус один больше, скорее всего. А не, кстати, кидали мне как-то плюс один. Приедусь. Мне даже ачивку дали за то, что я получил первый радужный ранг. Ну, и должны были. Ну, тогда отлично. Я 13 числа лямчик получил в лотпоинте. Он за мной пошел. Ну что здесь, жди подсветку люка. А, хотя у него еще один. Да? У меня тут последний повесил, а у него не хуже. Он башку мою просек. Я вот хотел попробовать поприседать и показать, что это он рыцарь становится и ставит своего. Не, ну если в принципе это сейчас снимешь, то он пропадет. Как будто главное, чтобы ты удар не сладил. Я сейчас просто момент просто этот
Главное, чтобы он успел съебать там это все. О, пизда. Следующий люк. Он за ним идет, если он выждет, когда у него закончится, тем он падает. Главное, чтобы он его вешал. Нет, он пошел тебя искать. А я в рот. А я вот, блядь, ублюдок нахуй. Херово, только ты сидишь рядом с сильно заведенным генератором, он может наши вещи прошаривать. Ладно, могу уйти дальше. Вот в сторону лачуги своего этого повел чудика. Что, так сделать? Крутится рядом с ним, короче, он. Рядом с ним это вот. Он его не поднимает, но крутится рядом с ним. Ну, блядь, посмотрит, сука. Ну, я вижу. Блядь. Хуй знает. Ладно, пойду-ка я. К ящичной. Ну, да? Ставит чубрика и сам бегает со стороны в сторону. То есть он как бы и тебя не идет искать. Просто он ждет тот момент, чтобы ты пришел типа его поднимать. Подловить. Ну он сдохнет, блядь, раньше тогда. Так, так, поднял, не знаю, повесит или нет. Вешает, вешает, да. Ну, если у него есть барбекю, то ему уже посетил, просто призалез. Ну, значит, похуй. Сам банк тебе не спалится, главное, даже люк. И главное найти люк, даже если я иногда по новому закрою, то у тебя есть ключ. Угу. Сам главное его найти. Он тебе подсветится. Логично. Даже закрытый подсветится. Главное не следи, главное да, не бегай. Он не знает, что это тут. Он просто идет по звуку искать люк. Он пытается по звуку найти. Конечно, не 10 за тебя будет. 10? Ну это не кажется, просто говорю. Так, видишь, он там крутится со всех сторон, что-то нет. Нет, я пока нет подсветки. Он не спалил. Теперь ты только бежать, и он тебя этого сейчас выгонит этим чудиком все равно. Ты должен бежать туда, где. Ну, где ты еще не ходил. Я не знаю. Он меня бьет, бьет, что-то не бьет нахуй. Но он меня буквально ебашил. Наверное, где беседка где-нибудь. Но он только там-то не бегал. Давай, давай, давай. Ну-ка. Где лачуга? Может там что где? Мне кажется, где беседка попал был. Клад-клад сейчас это изначально шел. Нахуй. Да, не бьет тебя. А, вот теперь бьет. Я думаю, у беседки. Я думаю, мне пизда. Да. Попробуй сейчас не сопротивляться, может он тебя понесет на люк. Куда они? Он мне сходу ебашить начал.
принципе, я ачивку получил. Ну, зачем не ачивку, а первый раунд не ради ачивки закрывался, просто чтобы лямчик получить. Ты пишешь ему какой негодяй? М? Ты пишешь ему какой негодяй? Да. Блять, у меня плюс два. Да нахуй нет. В принципе, я все, что мне нужно, я сделал. Тут, сука, два нахуй. Че, раз? Чё, ты мне? Да. Да, крайний раз. Угу. Ботания, блядь, познание ботаники. Мы опять в новой карте не поиграем? Да хуй его знает. Ага. И чё? Лабораторию Хоукинса. Ага. Есть? Видел? Да, да. Бейдж. Тогда что я ставлю? Бейдж. Национальная лаборатория Хоукинса. Я специально с торчиком пойду отразить. Знаешь, в чем прикол? Я, походу, ее уже до этого выпил. Потому что у меня их две уже. Вот так вот. Болит, она не любит. А, Спанчбоб скачался. Кто? Спанчбоб. Когда будешь выбивать ачивку по первому разряду? Угу. Когда будешь ачивку по первому разряду убивать? По первому чё? Разряду, радужному. А, да хуй его знает, мне до него еще надо дожить вообще. А у тебя какой сейчас? Серебро один. Я даже примерно не доберусь до него. Блядь, познание подать, сука, мне нужно. Забыл. Познание подать. Остается мне что, гастамина? Второй престиж. Отвечай, пошла нахрен. Thank you.
если вы не слышали, то Кейт — это Франция. Угу. Угу. Ну, да. И судя по этому, судя по значку, это прям любитель ДБДшки, да? Ну, короче, у него есть друзья, один чувак, который играет в ДБД. Я уверен, что тот чувак, который сейчас был в парке, у нас, по-моему, в ЕНТ, который играет в стрейфник, я по-любому это вам. Сейчас, когда я вижу новую карту, такой посмотрите, я думаю, хуй-то, больше было на НДС. Что еще раз? Говорю, вдруг тебе карта не понравится. А, да похуй еще. Надо попробовать. Сначала. Оно же все равно когда-нибудь выпустить, там, блядь. Погнали. Так, это какой этаж? Ты кто вообще? А, третий этаж. Вот, вот один ночный ген. Я Дэвид Кинг. Я видел тебя. Ты вниз? Там, там кто-то. О, подвал нашел. Сейчас будет как-нибудь этот, блядь. А, чумаш. Отлично. Мы наковыряли какой-то генератор. Шумная, отъебись. Маньяк просто чумовой. Хипать, как далеко бежать. Ой, да иди ты нахуй. Чё ты до меня отъебался? Ты отъебись, ты уже от меня, блядь. Концов, блядь. Блядь. Иди нахуй. Пизда с ушами. Блядь, у меня что, подсвет какой-то, что ли, блядь? Она буквально за мной. Или нет? Давайте, давайте закинем. Что-то странно, что она не вливала. Вроде это, вроде чума. Да на меня вроде хуя рвала. Может не попала, блядь, просто. Мне показалось, что она попала. Что до этого я обливал. Ворогом рядом с ворогом сидим на свече. Ага. Поним очень не пока. Потому что они очень бегают. Она висит у других ворот. А, о, вижу. Угу. Угу. Понятно. Ты заебал, ты, блядь,
Пусть она меня видит, блядь, как будто. Сейчас. Может как-то познание в ботанике они никаким образом не лечат? Они ускоряются излечение. Ну, понятно, а сам прикол, я же был вроде это сейчас. За хуярами такой чел. Я бы сейчас на подсветку этот генов. Как это такая же сука. Мне не хватило аптечки, бля, чтобы залечиться. Сейчас если. Блять, он спустился, сука. Это уж последний я. Я вроде как чиню. А мне нужно залечиться хотя бы. О, залечился наконец. Там бы чувака снять, на самом деле. Я попытаюсь сейчас. Как он сейчас отъедет? Так, есть. Я дошел. Смотрите, сколько произошло. Отлично. Блять, только я сейчас. Скоро могу отъехать. Я его выпить, да. Не пришел. Что, она вылечится? Ну что, нормально. Ты, блядь, меня-то не лечи нахуй. Ты сейчас заразишься, блядь. Типа, ты чё мне лечишь, да? Ну, типа, и так, и так. Угу. Интересно, блядь, ты чё? Ты чё, ёпа, блядь? Блядь, Лиен, чё, ты ебло, что ли? Ой, пизду тебе заебал, ты иди нахуй. Просто разъебал весь, блядь, ген нахуй. Максимально. А, за меня заебись. А почему очень долго за мной бегала, я еще не начал разбирался заразить меня. Просто он заплевал и все, и бросил. Блядь, отсюда как съебаться-то. Рядом она как с тобой? Даже не могу сказать, типа, где-то между мной и этой. Ладно. А я сейчас упаду, кстати. Что ты сейчас? Десантируюсь на пол. Нехуй падать. Ты падаешь. Последний день зачиняет. Подойдись. Отлично. Так, справа, слева, ворота, окей. Открывай, сука. Он здесь всегда на одном и том же месте. Главное, по карту знать. Ну, я как открываю. Наверное, не я открываю, а рядом открывает ворота. Ну, вообще с одной стороны. Есть да. Чувак с другой стороны. Пошёл,
Я пойду речка мыть нахуй. Просто чтобы мне не ныть, не ходить. Где там? Соси. Тебя спасают? Да. А что, красная жижа пахнула? Наверное. Блять, я прям на нее вышел. Скорее всего, для меня это будет конечное. Да. Ну что ж. Ну я сам не знаю, если я еще сперва пытался снять сам. Я повес проебал, считай. Ну, блядь, очень нахуй зря я помню, что тебе, блядь, предметы повесут. Как таковых-то. Ну, ей просто повезло, что она вышла на меня. Короче. Ну, или мне не повезло, что я вышел на нее. Я так и не понял, где генератор, поэтому на этой карте надо явно ставить их. Все, все сбежали. Плюс один. Да. Разница на это. Ну, пачка, блядь, нормально. Ну, относительно, я бы сказал. М? Относительно, я бы сказал. Ну, относительно, все шлип. Сори, сори, Дельта. Давай, до свидания, сейчас докачаюсь и вырубаю. Ну это, до свидания.